они пришли не из спокойной, чистой, уютной обстановки, хотя и так можно было бы переродиться. Они пришли из страны, в которой уже столько лет милитаристский угар, пропаганда ненависти, избивают людей на митингах, унижают, мучают, терзают тысячи людей в тюрьмах. Они пришли из страны, давайте назовем вещи своими именами. В России насилие – это что-то дозволенное. Это что-то разрешенное и даже в какой-то мере приветствуемое. Это, может быть, не говорится прямо, но там муж жену бьет, ну что, правильно, да, подрались, но настоящие мужики, вот на таком даже уровне. А кто ж детей не бьет, а как их еще воспитать? И вот дальше это в армии. Ну, конечно, все прошли через дедовщину. Сначала ты салага, а потом ты сам других тоже унижаешь и бьешь. То есть вот эти вот все ступенечки общего насилия в нашей стране, они создают такую обстановку, в которой легко этому поддаться.